Образовательный форум «Узбекистан-Франция» начал свою работу в Национальном университете Узбекистана. Он организован Министерством высшего и среднего специального образования Узбекистана и посольства Франции в нашей стране. О том, какие аспекты включает в себя данная площадка, расскажет наш корреспондент. В Узбекистан приехала очень большая французская делегация. В ее составе представители престижных французских высших учебных заведений, таких как Сорбонна, университет Тулузы, Париж, университет Пантеона. И, то есть это очень солидный состав французских вузов. И, значит, их визит говорит о том, что у французских вузов тоже очень большой интерес к Узбекистану. Необходимо отметить, что отношения между Узбекистаном и Францией динамично развиваются по многим направлениям в области экономики, политики и культуры. Особое внимание уделяется сфере высшего образования. Растет интерес молодежи к французскому языку. Нынешний форум тому подтверждение. Мы очень рады быть здесь. Главная цель форума – установление контактов между вузами Франции и Узбекистана, развитие сотрудничества. Здесь представлены 11 вузов Франции, и каждый намерен подписать соглашение о сотрудничестве в разных форумах. Это может быть обмен преподавателями и студентами. Планируется отправить более 50 студентов для обучения во французские вузы. На сегодняшний день в университетах нашей страны более 15 тысяч студентов изучают французский язык. 19 вузов активно сотрудничают с 22 университетами Франции. Мы находимся в Узбекистане уже 3 дня. Посетили партнеров, текстильные предприятия страны, с которыми поддерживаем отношения около 3 лет. Настало время выводить взаимодействие на новый уровень. Пилотная программа показала отличные результаты, и мы намерены внедрять новые программы. Сотрудничество в сфере высшего образования включает программу мобильности для студентов и преподавателей 2 стран. Также обсуждалась программа внедрения двойных дипломов и возможность получения студентами международных стипендий. Наш форум, он тоже предоставит очень хорошую возможность для вузов Франции и Узбекистана для того, чтобы мы смогли обменяться мнениями, каким образом мы можем продолжить вот направление в перспективных образовательных областях, да, сферах, чтобы мы могли в дальнейшем сотрудничать с ними. Но это, конечно же, вот наше сотрудничество, оно не ограничивается только лишь образовательными совместными программами. Мы ставим вопросы об научном сотрудничестве с французскими вузами. И также участие в многосторонних проектах. Французское образование тоже в Европе находится на одной из передовых позиций. И поэтому нам очень важно перенять передовой французский опыт в сфере высшего образования. По итогам первого дня подписаны 4 меморандума между университетами Франции и Узбекистана. Форум продолжит свою работу и завтра, 8 октября.